Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадзе. И сегодня у нас снова Neighbors Back From Hell ремастер 2022 года. Короче, вышло обновление, которое добавляет 3 потерянных уровня. Вот помните, многие жаловались на то, что в этом ремастере отсутствуют 3 уровня из первой части. Маленькая хрюшка, большая стирка и сезоноходы. Так вот, по многочисленным просьбам фанатов эти уровни вернули, их добавили сюда. Отлично, ребята. Теперь эта игра полная, можно сказать. Ничего вырезанного нет. Также исправили некоторые баги, ну и еще там одно нововведение добавили. 2 даже нововведения. Потом расскажу. Короче говоря, я немного подзаморочился с этой версией вообще. Я хотел сначала пиратскую скачать, но пиратской искал игру, не нашел. Сегодня искал, тоже не нашел. Нету пиратской версии ни одной. Там есть всякие 1.1, на самом деле версия называется 1.0.5, а там 1. Написано, обновилась вот в тот день, когда вот вышло вот это вот самое обновление. Я скачивал со всех сайтов, и там со всех сайтов устанавливалась версия 1.0.4, старая версия. И, в общем, я понимаю, один там может быть что-то не так, обратно старая версия поставить, но все, на всех сайтах такое. Так что не знаю. Если вы нашли где-то пиратскую версию, дорогие подписчики, и она рабочая, то скиньте в комментариях, обязательно буду вам благодарен. Дело в том, что просто что мой один друг, ну и подписчик Рустем Вилюлаев, очень хочет поиграть, но у него нет возможности купить эту игру. И вы очень поможете этим и мне, и ему. Ну ладно, давайте посмотрим, сыграем эти уровни. Это как бы бонусная серия, назовем ее потерянные уровни. Маленькая хрючка у нас с самого начала идет. К сожалению, тексты не поправили. Тексты какие были корявые, такие и остались. Маленькая хрючка-сосед обзавелся новым питомцем, очаровательной хрючкой, которую надо как следует откормить. Свинка сидит в клетке посреди коридора. Попугайчик Чили тоже проголодался и требует чипсов. После стольких забот сосед решает прикорнуть. Скукота ведь, не так ли? Но Вуди решает внести живую нотку. Погнали. Да, очередной уровень, который не ночной, блин. И вот если среди новых уровней, скорее всего, нету ночных уровней. Вот если среди добавленных уровней не будет ночного, я буду вообще очень разочарован. Ночной уровень один всего, это второй. Это не дело, ребята. Я разочарован, серьезно. Надо 4 хотя бы ночных уровней. Ну один всего, один, это не дело же совсем. Так, банановую кожуру берем. Опа-на. Острый соус выглядит по-другому. Да вообще на самом деле все тут выглядит по-другому. Все предметы. Банка с чипсами, как в консольной версии, кстати. Так же выглядит. Но в консольной версии на этом уровне вместо попугая мамаши. Попугай в консольной версии почему-то на уровнях игры вообще не появлялся. Хотя он есть в скриншотах к игре. Так, набор химика. Нитроглицерин. Если потрясти, то взорвется. Ну, сейчас не будем это экспериментировать мы. Шкафчик для ключей. Вот он. Что это за звук? Звук открывания двери, но здесь нету никакой двери. Дверцы. Это надо поправлять тоже, я думаю. Так, ставим кнопки. Кладем кактус на будильник. Идти в лоджию. Вот это вот корявые тексты тоже исправлять надо, я думаю.
Блин, вот как можно эти канцелярские кнопки не видеть? Вот тут их вообще отлично видно. Я не помню, сказал, не сказал, что я не нашел другого способа, кроме как купить игру, потому что я не нашел. Не нашел нигде пиратской версии. Я купил игру за 740, за 729 рублей. Я купил игру в Стиме. Пока что об этом не жалею, на самом деле. Мне нравится все. Даже несмотря на корявые тексты. Ну как будильник так прыгать может? Причем кактус, по-моему, не прыгал на него. А, кактус за будильником стоит. Ну тогда и ладно еще. Купил я его. Купил. 729 рублей это не так уж и дорого на самом деле, но. Жалко немного, потому что я не зарабатываю пока. Бутылочка как консольной версии, кстати. Жалко, что он не поскользнулся еще пока, ну ладно. Острые-приострые чипсы, я бы такие бы, наверное, попробовал. Еще кое-что покажу. Появилось нововведение, менять размер интерфейса. Вот можно большой поставить, но большой, мне кажется, не очень удобно. Можно маленький поставить. Иконка соседа анимированная стала, кстати. Удали. Раньше она была не анимированная. Ну и масштаб можно увеличить. Благодаря тому, что маленький интерфейс, можно, в принципе, играть с таким. О-хо-хо, так вот оно в чем дело. Оказывается-то, я разгадал секрет, почему у соседа голова загорается. Попугай дыхнул на него огнем. А я-то думал, что сосед попробовал тоже, и у него загорелась голова. Вот оно в чем дело-то. В оригинальной первой части я не замечал этого никогда. Так, музыка все равно пропадает, к сожалению. Так, короче, еще вот... А вот в консольной версии у него голова загорается, когда он маме чипсы дает, хотя мама на него не дышит огнем. И еще когда он челюсть вставляет, у него такая же анимация. Так, большая стирка. Сосед затеял большую стирку. Надо перестирать все грязное белье, отдрать полы. После стирки белье надо высушить и выгладить. Зная Вуди, сразу ясно, что у соседушки прибавится забот. Да, очередной уровень, который дневной. Видимо, ночных уровней не будет. Блин, я разочарован, ребята, я разочарован, серьезно. Так, сосед идет за порошком. Надо... Ванну пока... Ванны нечего делать. Ай, блин, я же забыл, что он бегать будет по всем комнатам. Не понял. Он не будет бегать по всем комнатам? Это... Блин, не нововведение решили убрать. Зачем?
Но было круто, когда он бегал по всем комнатам, искал Вуди. Было реально классно, в отличие от ПК-версии оригинальной. От оригинальной версии. А тут решили убрать. Ну зачем? А, интересно, а где нож, кстати, лежит? Для пылесоса. Неужто в подвале? В подвале, наверное. Потому что, ну где еще? Блин, я как совок-то возьму сейчас. Блин, я думал, что успею, но ладно, заново начинать придется. Не буду идти в ванну, потому что я запомнил, что там нет ничего. Так, берем провод оголенный. Отвлечется сосед, он еще посушить там ничего не успел. Так, берем совок этот. Здесь, к сожалению, ничего нигде. А, ящичек есть. Тут есть. Ну блин, индикатор соседа могли бы хотя бы тогда убрать, раз уж на то дело пошло. Тут ящик, оказывается, есть, в котором нож тут находится. А я думаю, как тогда, где нож искать? Да, решили избавиться от нововведения. Ну, вообще офигенно. Я считаю, что это неправильно. Короче, пакостим здесь. Кладем вино сюда. Красное вино такое, прям вообще. Давайте немножко поперекрутим крышечку в этой машине. Ну и подключим оголенный провод сюда. Фу, господи. Почему эти уровни сразу не добавили, когда вышла игра? Почему их вырезали сначала? А только сейчас решили добавить эти три уровня. Странно очень. Давайте тут разложим их. О, какие красные трусы стали у меня.
Видно, что они с пятнышками. А в оригинале было на шапку какую-то похоже. То, что появилась возможность изменять размер интерфейса, это реально хорошо. Теперь еще больше только пылесосить придется. Знаю, как он починил, интересно. О, да дымит даже, нифига себе. Хотя он в оригинале тоже дымел, но тут прям эффектно дымит вообще. Ты утюг-то убери, он у тебя продолжает дымить. Отлично, отлично. Да, птицы наелись и обосрались. Посмотрим, как это соседу понравится. Так, а последняя пакость какая? Что-то я не допираю немного. Я что-то забыл сделать, ребята. Серьезно, я что сделать-то забыл? О, когда соседа лежит здесь. Нифига. Немецкая. Какое это, не знаю, какая версия. Boss name. А какую, а что я забыл сделать-то, ребята? Давайте посмотрим. Это недоработка ли какая-либо случайно, а? Такое чувство, что недоработка какая-то есть. Я выполнил вроде бы все пакости. Короче говоря, ребята, если вы знаете, какая тут еще есть пакость, то напишите в комментариях, а я покину этот уровень. Потому что я не знаю, какая тут еще пакость есть. Там, по-моему, всего 7 пакостей. Больше пакостей я не знаю. Ну и сезон охоты, последний уровень у нас на сегодня. Сезон охоты. Наш сосед заядлый охотничек. Стены увешаны охотничьими трофеями. В шкафу пылятся медали за зверское обращение с животными. Сосед, конечно, ими весьма гордится, но до блеска... Он до блеска начищает кубки, попыхивает трубкой, слушает старые охотничьи песни. Их былые времена. Интересно, как он запоет, когда Вуди на него сам откроет охоту. Да уж, точно. Мне кажется, какая-то ошибка есть на уровне предыдущем. Но если есть какая-то пакость, то напишите в комментариях, какая. Ого!
Это единственный уровень, ребята. Это единственный уровень, где есть вот такая мини-игра. Единственный уровень из первой части, где есть мини-игра достать мышку. Надо несколько таких уровней, ребят. Надеюсь, что разработчики меня услышат и ночных уровней побольше сделают. Ну, хотя, я уже, честно говоря, сомневаюсь насчет этого. Но можно надеяться, можно надеяться. Всего пока тут 9. 9 и было 9, а это что такое? Галенный провод, да, я помню. What the fuck? Надо все время подходить к нему, что ли? Нельзя просто взять его и так далее. Вот почему. А почему написано посмотреть? Надо тогда написать. Использовать собачий свисток. Ребята, это ненормально. Пороха у меня нету, кстати. А, вот еще один собачий свисток. А вдруг он еще где-то лежит? Ну-ка, давайте поищем. Нет, только в двух комнатах. Судя по всему. А, он сюда же пойдет, я забыл. Так, а вот где порох находится, я что-то не помню. Так, ну, во-первых, коробка патронов вот здесь. Зря я по собаку, наверное, сюда. Ну-ка. А, тоже посвистеть, ну ладно. Жалко, жалко, жалко. Ну, ладно, пофигу. Где порох взять, я не знаю. Ну, впрочем, ладно, он уйдет на балкон. Я... Порох где взять, я не знаю. Может, в шкафу в этом опять? А, может быть. Точно, точно. Как я это сразу не додумался. Все, беги отсюда скорее, бля. Так, патроны в ружье. И оголенный провод сюда. Вот не знаю, понадобится ли свисток здесь, но вот здесь он может пригодиться. Во-первых, черную ваксу вот сюда. Надо вместо глаз руку вот здесь. И использовать собачий свисток. Так, теперь будем собаку. Вставляем гвоздь. Очень тонкий гвоздь, почти как игла. Ну да. Ну и порох сюда.
Отказались от нововведения, когда сосед бегает по дому и дежавю. Это плохо, ребят. Это, мне кажется, плохо. Нововведение — это хорошо. А, он вообще не запустился. Она у него даже продолжает гореть. Да, попугая он убил. Еще свинку убил. Крысу. А, блин, пробки вставить забыл. А ладно, пофиг. В принципе, уровень-то можно и без них пройти. Блин, пробки забыл, ну ладно. Ладно, зато вы увидите анимацию, как сосед просто выстреливает из ружья без пробок. Так что это хорошо, что я забыл. Наверняка все ютуберы, которые вот это снимали, у них они пробки не забывали вставлять. А у меня, вы посмотрите, что будет, если не вставлять пробки. Ну, прикольно, да? Мощно стреляет, да? Так, раз пакость, два пакость, три пакость, четыре пакость. Отлично. Блин, этот уровень могли бы сделать ночным. Тем более в английской версии он называется «Ночь охоты», а не «Сезон охоты». Ночь. А где ночь-то? Это день, по-моему. Ночной уровень один. Я разочарован, ребята. Надо 4 хотя бы ночных уровнях. Ну не один же. Ну 3, ладно. Ну 1 это очень мало. Тем более в английской версии, ну здесь сезон охоты называется. В английской версии называется ночь охоты. Night, слово там есть. Night — это ночь по-английски. А тут, а ночи-то нет. Это что, кликбейт что ли или что? Ну и последняя пакость с полиролью. Пофигу на пробки абсолютно. Можно с ними, можно без. Это не повлияет на пакость. На зачет пакости, я имею в виду. Просто две разные анимации будут. Кубки-то, кстати, по-другому выглядят. Ну что ж, на этом все. Такое вот обновление неплохое. Но вот я не знаю, какая еще пакость восьмая на этом уровне. Если вы знаете какая, то напишите в комментариях. Если это ошибка какая-то, то надо срочно исправлять. Также напоминаю, что если вы знаете, где скачать пиратскую версию, то скиньте обязательно в комментариях. Этим вы очень сильно поможете мне и моему подписчику одному, Рустам Вилилаю. Ну а на этом все. С вас Лайкос Пописос, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, также на группу ВКонтакте. Всем пока!